День государственного флага Российской Федерации отметили и в летнем оздоровительном лагере «Заря». К ребятам приехали представители асбестовской полиции, которые провели для ребят небольшую развлекательную программу «Викторину». Флаг – отечество и братство. Российский флаг – священная вера в флаг. Российский флаг – наш символ и богатство. Российский флаг – победам смелый шаг. Берегите, ребята, и чтите символы России. В рамках мероприятия юрист полиции «Асбеста» Екатерина Осокина провела для ребят викторину на знание символов государства Российской Федерации. Дети с большим интересом отвечали на вопросы викторины, а за правильные ответы получали сладкие призы. Кроме того, председатель ветеранской организации Нина Сапегина провела с ребятами беседу об истории возникновения государственного флага, о смысле выбранных цветов, а также рассказала, при каких обстоятельствах поднимается государственный флаг России. В конце мероприятия Нина Сапегина поздравила ребят с патриотическим праздником.